И всем привет, дорогие друзья, с вами Робзи, добро пожаловать в Roblox симулятор майнинга. И мы только недавно снимали обзор на новое обновление, где появились вот эти квесты, ребята, новые вещички, легендарные шмотки. И мы обозревали новые минералы. Как тут, как не кстати, наши разработчики нашего майнинг-симулятора выпустили новое, ребята, обновление. И добавили конфетную страну, смотрите, конфетный мир. Там добавили какие-то конфеточки, новое поле для раскопок и угадайте что, да, новое оружие. Пойдемте, ребята, пойдемте с этим ознакомимся. Ну что, вперед, ребят, вперед на испытание. Ух ты, смотрите. О, The Mine, это поле для раскопок. Так, что у нас здесь? Магазин. И, да, и продажи. Все стандартненько. Ой, боже, посмотрите, кто здесь у нас продает. Привет. Это же печенюшник. Привет, печенюшник. Как твои дела? Привет, дружище. Как дела? Я могу распилить? Нет, не могу. Так, и давайте, ребята, посмотрим, что же у нас здесь появилось. Так, сразу бэкпаки смотрим. Бэкпаки у нас все осталось по-прежнему. Так, ну-ка, тулс. О, смотрите, сахарная конфетка, ух ты, палочка, конфетка, и пончиковый бластер за 22 миллиона, так, таких денег у меня нет пока, давайте посмотрим, что это за конфетка. А, так это лопатка, смотрите, так это лопата, ребят, это лопата. Ну-ка, а это что такое? Это похоже больше на лом какой-то, ребят. Это реально лом. Так, давайте вернемся домой. Возьмем наш лазер, который у нас есть. И пойдем на раскопки, ребят. На раскопки конфетной страны. Так, где наш лазер? Вот, самый дорогой. Так, отправляемся снова в Кэндиленд. Кэндиленд, ты меня ждешь? Давай, залетаем в Кэндиленд. Так, я так понял, сюда не все могут зайти. Интересно, с какого уровня сюда можно зайти? Или с какого реберста? Должно определенное количество денег быть, чтобы сюда зайти. Потому что не все сюда заходят, ребят, смотрите. Так, рубимся. Да, смотрите, здесь сахарный камень, ребят. Сахарные камешки. Ну-ка, сейчас мы углубимся. Ну что, ребята, давайте будем копаться поглубже. Я пропустил, там уже... Вот, что это у нас такое? Ух ты, руда Skittles, ребята, прикиньте, руда Skittles. Круто. Так, это у нас... Ух ты, мятные конфетки, прикольно. Как листочки выглядят, такие мятные конфетки. Так, написано, ребят, что 12 новых видов руды, вот этих конфеток. Так, это у нас Skittles, мы это видели. Пепермайнд опять. Ой, стоп. Офигеть, лолипоп. Ух ты, конфеты-ведмежатки. Вот это круто. Так, мы уже 3 или 4 руды. Стопе. Джелибин камешки, опять ведмежатки. Так, продолжаем копать. У нас пошла фиолетовая земля и все те же конфетки. Ой, какие классные конфетки на палочках, смотрите. Вот это прикольно, прикольная страна. Так, мы на 72-м блоке. Давайте мы не будем останавливаться на этих конфетах. Мы сейчас углубимся от блока до 200-го сразу же. Посмотрим, как мы быстро туда доберемся. На этой новой зоне. Так, пока все конфетки здесь мы видели. Копаемся. О, какие-то candy fish. Еще какие-то новые были. Ну-ка, давай поглубже. Давай, копаем. 125-й блок уже. Итак, ребята, дошли до 200-го блока. Здесь у нас синие камешки. Ну что, будем делать раскопочки. Где наша взрывчаточка? Давай, разрывай. О, так. Пока я ничего не вижу. Что у нас здесь? Что у нас здесь новенького? Так. Яичные конфетки? Ребята, кто кушал яичные конфетки? Джимми Ор. Рыбки. Вот это да. Вот это круть. Ну-ка. Я еще что-то вижу. О, смотрите. Конфетки-сердечки. И опять яичные конфетки. Вот это круто. Вот это я понимаю. Вот это понимаю, конфеточки. Интересно, может что-то еще у нас ниже есть, ребят? Как вы думаете, на 300-м блоке здесь что-то будет интересного или нет?
Давайте копнемся. Пока мы здесь все посмотрели, это рыбки. Давайте дальше копаемся. Здесь у нас, ребята, красная земля по 4000 плотности пошла. Конфетки все те же. Походу, мы обозрели все уже конфетки, ребят, с вами. Так, это что такое? Кэнди флус. О, такого я не видел. За 60 тысяч. Давайте закопаем эту штучку. Так, 254 блок. 4000 плотности. И конфетки все те же. Новенького пока я больше ничего не встретил. Ну все, походу, все конфетки мы, ребята, с вами посмотрели. Нам останется только... О, сахарный камень 8000 глубины. Неплохо, 8000 копать. Не-не-не, мы так уже глубоко не будем копаться. Давайте выбираться наружу. Сейчас мы продадим и посмотрим, что же у нас там за новенькая пушка. Так, надеюсь, нам хватит на ее покупку. Где магазинчик? Сколько там эта пушка стоит? 22 миллиона. И у нас 17 всего лишь. Ха, не хватило. Давайте мы отправимся в нормальный наш мир и набьем немножечко денежек. Так, где здесь уже кто-то прокопался глубоко? Есть такие дырочки? Здесь всего лишь-то такие. Еще глубже нет. А, вот есть. Во, кто-то копнулся. Ну что, давайте копаться здесь. Потому что здесь все-таки минералы подороже, ребят. Сейчас мы быстренько прокопаемся. Здесь очень хорошо копать. И здесь дорогие минералы. На 200 глубине здесь нормальные минералы. Не то, что там конфетки какие-то. Так, ну что, ребята, нам денег должно сейчас хватить. Мы продаем то, что здесь нафармили. Да, 14 миллионов. И отправляемся в Кэндиленд. И сейчас мы купим себе пушку пончиковую. Пончиковая пушка. Ну-ка, давайте посмотрим, что это за чудо. Чудо техники такое. Где она? Вот она. Ну-ка. Вот это да! Ты смотрите. Круто! Возвращаемся домой. Теперь пончиковая пушка. Посмотрим, как она гасит. Во, как она фигачит. Смотрите. Круто. Она копает массу? А нет, она только одну копает. Во, какая пончиковая пушка. В общем, мы посмотрели обновление. У нас вышла вот эта вот конфетная страна Кэндиленд. Очень красиво, очень ярко. Посмотрите на нее, сейчас мы отправимся. Здесь у нас ой-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 
мальчиковый, вот этот домик, смотрите. Здесь он, о, конфетный домик, крутой. Здесь у нас продавец печенька. Здесь у нас все из печенья, из конфет. Даже портал у нас пончиковый. Круто, ребят, очень круто сделано. Всем, всем, всем спасибо огромное за просмотр. С вами был Робзи. Приятного просмотра, хорошего настроения. И всем покедова, ребята.